индивидуальное обращение, убедительная просьба на карандаш Юрию Николаевичу, координаты этого заявителя. Если даже он удовлетворен вашей информацией, мы должны понимать, что был вот такой вопрос, он разъяснен. Если нет, мы выходим самостоятельно сюда со стройконтролем, привлекаем там дополнительно кого-то, если необходимо, вас в качестве экспертов, там, ваших сотрудников, и работаем с ними. Это абсолютно нормальный режим, поэтому... Жалобы будут, нормально. Не то, что жалобы прошло, вы плохие, они плохие, вы плохие, все хорошие. Покажи, как тут поговорить с системой. Мы что, мы около каких санитарок остановимся, чтобы посмотреть вообще на сколько? Пою, пока мы стояли. Ноги освоить, они прям туда взяли. Там поднялся. То есть, если поднялся, то сюда лучше будет ходить или как? Во-первых, у нас дорожное полотно на всех дорогах в центральной части города Саратова выполнено таким образом, что верхняя отметка не дает возможности сточной, талой и прочей воде уйти через дорогу в ливневую канализацию до места, где она есть. А в большинстве случаев ее просто нет. Поэтому скопление луж, примыкание там тротуара и дороги, уклон у нас по контрактным объемам делается от входа на дворовую территорию до дорожного полотна. А до этого как, подождите, как до этого было? До этого было, значит, сколько вам нужно времени, чтобы все входы во дворы отстрелять и по каждому объекту нам в карандаше здесь написать разница с отметками такая-то между сопряжением, место сопряжения проезжей частью и дворовой территории. Вот здесь у нас будет то-то. Здесь останавливаемся на объекте такой-то, перепад такой-то, риски такие-то. Сколько времени? Именно по этой улице. По этой улице, да. Ну, завтра, думаю, до обеда. Завтра до обеда. Завтра у нас в 10 часов здесь будет глава города. С 5.10 начинается объезд в Волжский район. Потом приеду сюда. Андрей, представляете, здесь вот этот участок. До 10 часов нужно все это отстрелять в карандаше. Прям возьмите простой карандаш. И для себя, чтобы это мы подошли там, и было понятно. Мы же не должны сейчас еще дворовые. Допустим, отметка будет перепадать. И что в этом случае? Мы же не должны эту территорию. Идеальный вариант бы было стрельнуть все, сделать дворовую территорию и вывести куда-то там в Ливню. Вот. Вопрос у нас возникает. Мы сейчас поднимем там. Ливню у нас. Здесь у них будет вода. Вот это вопрос. Без это единственное место, куда можно сбросить следующее, вот это незаконное. В принципе, там, где у нас нет.